На выходных в Красноярске отпраздновали Всероссийский олимпийский день. В этом году он был посвящен сразу двум памятным датам – 70-летию Победы и 35-летию Московской Олимпиады. Местом проведения стал остров Татышев. Там работало много площадок. Можно было поиграть в твистер на траве, почувствовать себя бойцом на ринге, поиграть в футбол, баскетбол, сфотографироваться с символом Универсиады 2019 юлайкой, увидеть авиашоу, а также пообщаться с известными красноярскими спортсменами, олимпийскими чемпионами и призерами игр. Ольгой Медведцевой, Евгением Устюговым, Павлом Ростовцевым, Николаем Алюниным и другими. Вел программу праздника олимпийский чемпион по фигурному катанию и посол Универсиады 2019 Алексей Ягудин. Это спорт, честно, не тех спортсменов, которые сделали огромный вклад в развитие нашего и советского, и российского спорта. Но и с другой стороны, конечно, вспомнить и отметить наших ветеранов. Ветеранов не только просто ветеранов, а ветеранов, которые еще и великих спортсменов. Ну, конечно, Всероссийский олимпийский день. Ну, что может быть лучше, чем вновь напомнить, поскольку я здесь красноярцем, да и, может быть, и гостям вашего города, и вообще всей России о том, что, друзья, давайте немножко подумаем о себе побольше и позанимаемся немного спортом. Это будет только на благо вам. Есть масса людей, которых олимпийские чемпионы, призеры, о которых люди забывают. И для этого проводятся вот такие дни, чтобы о них вспоминали. Здесь вот очень много знаменитых спортсменов, которые были, ну, которые были и есть, и не все люди знают их в лицо, поэтому их надо показывать, ими надо гордиться.